Очень серьезно она настроена. Серьезная девушка. Ух ты! Обидно, большой недокрут опять на втором прыжке на тулупе. Но ведь четверть. Пошла, а могла бы двойной делать, но да, пошла на да, тройной. Пошла. Следом вращения хорошо очень делает. Сложнейший вход во вращение, просто сложнейший. Смена ребра опорной ноги. По уровню здесь все хорошо. Тройной ребер керапит. Та тоже все, тот же недокрут. Точно такая же ошибка, какая была и во втором прыжке в каскаде. Двойной аксель, хорошо. Уже в конце подзажалась, потому что я хотел отметить ее чувство жеста, такую плавность работы рук, но вот здесь, видимо, падение подействовали, может быть. Я думаю, что падение-то точно подействовали, потому что это болезненное достаточно падение, таки на бок, с недокрута, поэтому она еще большой молодец. Энджела Ванг закончила свою короткую программу. Наверное, не так, как хотела бы ее закончить, потому что... Но это...